Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Валерия Горных. В предстоящие сутки синоптическая ситуация в Зауралье обусловится мощным североатлантическим циклоном, наполненным полчищами дождевых туч, при температурном режиме близким к своей норме. В Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске от плюс 14 до 16 пройдут дожди. В Кургане облачно, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 8-10. Днем в Кургане облачно, временами дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-18. Атмосферное давление понизится. 5 сентября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!